Казачьи дружины, которые были созданы в прошлом году в Анапе, показали себя отлично. Высокая оценка была дана всему районному казачьему обществу по итогам отчета атамана. Накануне Валерий Плотников выступил перед казаками с докладом о проделанной работе за прошлый год. На сегодняшний день анапское казачье общество – самое многочисленное в Таманском отделе Кубанского войска. Оно объединяет более 2000 казаков. За 12 месяцев 2015 года казаками-дружинниками совместно с сотрудниками полиции за различные правонарушения составлено 7164 административных протокола. Из них 915 на транспорте. Задержан один преступник, находящийся в розыске. Раскрыто 14 преступлений. Задержано 72 подростка за нарушение закона 1539. В каждом хуторском казачьем обществе моим приказом созданы дружины, которые совместно с администрацией, участковыми уполномоченными, активом поселков и хуторов несут службу в предвыходные, выходные и праздничные дни. Наиболее активно в этом вопросе работают дружины станицы Анапской, станицы Гастагаевской, Анапского городского общества, хуторского казачьего общества Курение Орехово.